Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Бравл Старс. Мы продолжаем играть в сегодняшней серии. Мы откроем полностью Бравл Пасс, потому что я его допрошел. Я также апнул, ого, 16 500 кубков. В принципе, потихонечку, помаленечку я продвигаюсь. Действительно, потихонечку, помаленечку. Вот, я бы мог, конечно, прокачивать... более слабых персонажей, бойцов. У меня всего 31. У меня не хватает еще 6. Сейчас мы Гейла получим. Возможно, кого-нибудь еще из этих получим. Фиг его знает кого. Надо Макс также прокачивать на 500. Ну, в принципе, до 500 довести это реально без проблем. А по новостям, что у нас тут? Давайте мы также разберемся вообще с обновлением, потому что я в прошлой части что-то особо не до конца понял. Я думал, я в новый режим играю. Я не в новый играл. Так, это что оно мигает туда-сюда? Ага, когда двигаешь, оно что-то мигает тут. Ну ладно, это что это у меня, короче, а не у вас что-то с сотиком и, или с планшетом, или с компьютером. Так, хроматический боец Вольт, 6 июля. Ага, бла-бла-бла, но это мы потом посмотрим. Гаджет, телепорт... А, так, это все про нового бойца. Тут что-то вверх ногами вообще. Ага, новые скины, ремодель Ворона. Мега-муха. Бес. Я не знаю даже, кто это. Так, ну ладно, мы это все разберемся. Какие-то новые эти, как его, скинчики. Много причем. Street Style Mag, кстати, уже вышло. Вы написали в комменты, ребят, то, что стоит все-таки добавлять конкурсы. Так что просто ставите лайк, просто подписывайтесь на канал и просто пишите коммент. Я на ваш коммент отвечу. Вот, и тому, кому я ответил, в принципе, вам просто нужно в ответе скинуть то, где с вами можно связаться, и все. И, в принципе, вот разыгрываем сегодня, давайте, Street Style Max, и, в общем-то, кто захочет, тот участвует, и, в принципе, потом подводим итоги, я отправляю как-нибудь там через данные надо, скорее всего, либо просто переведу вам деньги, вы сами, в принципе, купите. Вот такой вот план. Я не знаю, давайте... Сколько разыграем? Одну, наверное, штучку хватит. У меня не так много, в принципе, набирается просмотров на Бравл Старте, так что шанс достаточно большой выиграть. Так, белый ворон, все бла-бла-бла. Что тут все вверх ногами, какая-то фигня у меня тут, видимо, с эмулятором. Серебряный скин. Ага, ну серебряные, золотые, это я понял. Там как-то этот, как его, ну, жестко кто прокачан, тому это подходит. Новые анимации для Шелли, Кольта и Ворона. Надо будет посмотреть, кстати, я не заметил. Игровые режимы, Путь Славы, да... Вот это я видел, Путь Славы, это просто жесть. Я так понимаю, еще ни у кого нет столько, потому что я смотрел в топ, это просто нереально много. Горячая зона добавлена в постоянную ротацию событий. А я думал, это новый режим, потому что я не застал его... Вот, в то время, короче, когда я не играл, он вышел, и, в принципе, я даже не знал об этом. А схватка в супергороде, это мы посмотрим, оно тоже скоро выйдет. Возможно, кстати, даже схватка в супергороде выйдет видосик раньше. Вот, фиг его знает, как оно будет. Но, скорее всего, да, он выйдет раньше. Да что ж оно мигает-то? Так, ну и тут всякое-всякое-всякое. Ой, тут, короче, про баланс и туда-сюда, но это неинтересно. Так, что тогда делаем? Заходим сюда. У нас тут куча просто всего. Я не знаю, можно ли... можно не по порядку забирать? Серьезно? Лол. Тогда это вообще мега топчик. Мы сейчас сначала ящики пооткрываем. Давайте сначала, короче, такие не супер крутые ящики пооткрываем. Кристаллики, золото все соберем. А потом будем крутые, короче, открывать. Мне кажется, это офигенная идейка. О! Чё? Лол. Блин, офигенно. Я так долго на Шелли ждал звездную силу. 1%. И он сработал вообще в большом ящике. Это мега офигенная, как по мне, этот, как его, способность. Суперсила или как это, пассивка. Короче, прям мега мне она нравится. И вот выпало. Ну, топчик, ё-моё. Идем дальше. Давайте смотреть, что у нас там... Будет вести нам, не вести, короче, глянем. Но я думаю, то, что будет вести, просто начало уже мега офигенное, на самом деле. Вот. Ну, может быть, меня, конечно, вначале это как его обрадовали, а сейчас будет фигня полная. Посмотрим. Так, очки я пока что ставлю, потому что я еще не разобрался, в кого я буду их вливать.
Вот, посмотрим, в принципе. Потом, может быть, кто-то новый выпадет, и его я захочу попрокачивать, фиг же его знает. Так, но мне нравится функция, то, что можно теперь не по порядку забирать. Раньше только по порядку вроде можно было, и это как раз-таки в обновлении вышло, да? Так, большой ящик тоже, погнали. Сегодня куча реально ящиков. Я их не экономлю, ребят, потому что у меня аккаунт не полный, у меня очень много персонажей не хватает, очень много там, этот, как его, прокачиваться надо, так что есть смысл открывать. Я бы их сохранил, там, на будущее, если там новые персонажи выйдут, то, типа, их попрокачивать, а так, как бы, мне нет смысла. Также, кстати, мы собираем здесь эти, как его, кристаллы. Я, конечно, не уверен, что мне на следующий раз хватит на этот, как его... Как он называется, на Бравл Пасс. Но, в принципе, возможно и хватит. Но если не хватит, то придется снова донатить. Так, окейушки, давай дальше. Кстати, да, по поводу, ребят, конкурса. Я еще раз сейчас проверю, потому что мне я хочу, чтобы все окей прошло в магазине. Он сколько еще продаваться-то будет, этот скин? А он еще не так долго будет продаваться. Ну, наверное, потом еще раз появится. Я надеюсь на это. Так что, да, если он пропадет, это будет фигово. Так что, ребят, напишите в комменты. Я хочу, чтобы нормально конкурс прошел, а то будет фигово, если, типа, пообещал купить, а тут он пропадет, и это будет по-идиотски как-то. Ладно, давайте дальше открывать. А можно, кстати, здесь тоже большие ящики открыть и монетки все собрать. Пока больше ничего такого везучего нет. В принципе, не прет, так сказать. Ну, посмотрим. Может быть, что-нибудь тут? Не-а. Что-то вообще не хочет. Кстати, вы мне написали в комментах, что теперь из ящиков кристалльчики не выпадают. Это вообще грустно. Раньше выпадали, сейчас что-то нет. Сейчас что-то эту функцию убрали. Да, это на самом деле фигово. Это просто вынуждает, блин, донатить на этот Бравл Пасс. Это, конечно... Ну, как бы разработчикам это прибыль, а нам, конечно, от этого грустненько, игрокам. Так, здесь вообще два предмета вместо трех. Ну ладно, окей. Ну давай, что-нибудь выпади уже, а ну что ты прям вообще не хочешь, что мне ничего давать? Нет, смотри, вообще, что за ужас? Что за ужас? Что-то как-то недолго, так сказать, длилось все вот это вот прекрасное. Ну что, Гейла давайте забираем. Отлично! Хроматический боец, один из одного. Но там потом появится новый еще. Мастер на все руки, он атакует врагов широким потоком воздуха со снегом, а его супер отбрасывает противников назад. Хорошо, давайте новый значок тоже получим. А дальше открываем ящики. А новый перс уже есть, это офигенно. Теперь у меня 32 персонажа. Потихоньку, помаленьку, в принципе, накапливаются. Не знаю, стоит ли его на максимум, кстати, прокачивать. Напишите в комменты, подскажите. Вот, потому что, ну, фиг его знает. Есть такие персонажи, которых лучше сразу вкачать, а есть такие, и с которыми можно и с одной силой до 500 кубков спокойно дойти. Так что тут, в принципе, как-то вот так вот. Куча значков, кстати, у этого Гейла. Вау. А почему у других персонажей, кстати, такого нет? Я вот не знаю. Что-то я у других нажимал там по одному значку только. Их тоже, что ли, надо покупать где-то? Или как оно работает? Честно говоря, я без понятия. Ну нет, что, вообще ничего не будешь мне выдавать, что ли, сегодня? Игра, ты что, издеваешься надо мной? Так, еще один новый значок. Забираем 10 кристаллов. А, большой ящичек. Ну ладно, у нас еще потом большие ящики остаются. В принципе, это тоже неплохо. Хотя, может быть, я их в другой серии открою. Фиг его знает. Вот, фиг его знает пока что. Посмотрим. Ну, сегодня реально уже кучу я ящиков открываю. Так что без понятия. Пока что поглядим. Просто большие ящики, это прям мега круто. Мы вообще посмотрим, сколько их всего. Ох ты, вот что-то с этого ящика так приличненько навыпадало. Так, монетки соберем. Кстати, монеток куча будет. Я смогу себе за эти монетки неплохо так попрокачивать персонажей, которые долго ждали свою очередь на прокачку. Например, вот Спайк. Я люблю за Спайка играть, а он у меня даже не прокачан до максимального уровня. Да, вообще это очень хорошая тактика, прокачать всех тех, кого возможно до максимального уровня, чтобы, если что, пассивочки выпадали, в принципе. А не просто так я открывал ящики. Но у меня там есть куча персонажей, которым нужно еще, чтобы выбились пассивки. Так что ничего страшного. Сейчас мы не просто так выбиваем. Большой ящик, погнали. Два предмета.
грустно, конечно. Ладно, давайте-ка мы немножко попрокачиваемся, потому что денег реально очень много. Так, ну давай Биби прокачаем. А, ой, блин, а мне же надо прокачивать тех, которые близки к максимальному уровню. Ну вот ты, да, близкий? Да, все, его можно на максимум, в принципе, вкачивать. Все, и там ему дальше выпадет то, что надо. Потом ты. Тоже на максимум, смотри-ка. Ну я прокачаю. Это хороший перс. А, у меня не хватает? Ну ладно, мне немного не хватает, мы его допрокачаем. Так, ой, да у меня куча персонажей вообще, которых можно прокачивать. Это просто жуть. Это реально просто жуть. Надо ворона, у него гаджет, говорят, очень имбалансный. Посмотрим. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Все, что могу, я, в принципе, пока что делаю. Я, наверное, в макс валью все эти поинты. Потому что мне нравится этот персонаж. Офигенная просто девка. Носится, бегает, всех убивает. Просто топчик. Ладно, давайте дальше. Угу. Ну, монетки выпадают, в принципе. Но ничего нового не хочет выпадать мне. У меня там редкого персонажа не хватает какого-то нового, который там бурильщица или кто она? Бурильщица. Вот, не хватает, и выпадать она не хочет. Она то ли редкая, то ли что, ну короче, не супер там какая-то редкость, а выпадать никак не хочет. Это прискорбненько на самом деле. Так, ну, я не знаю. Я думал, супер везучая серия сегодня будет, но что-то как-то она далеко не везучая. Так, давайте ближе к новому рангу. Нет, уровень сил. Во, вот это вот нам надо. Здесь они как раз-таки расположены так, как надо. И следующего я, скорее всего, прокачаю ворона. Блин, офигенно, я обожаю персонажей, которые максимально прокачаны. Так, а птичка появилась, все хорошо. Так, ну и давай дальше. Че у меня там? Не, давай до конца, короче, двигай сразу. Получаем тогда еще новый значок. Ёкарный бабай, ты за этого Гейла будешь только на значки, наверное, нажимать в чате все это время. И скин еще новый тоже дают. Та-ра-да-дам-да-дам. Отлично. Офигенно. Так, большой ящик. Ну, давай. Я думаю, с этого что-то выпадет. Ох, блин, ну я просто провидец. О, это эпик. Бе мне выпало. Лол, я провидец, да еще и новый перс. Офигенно. Просто офигенно. Все-таки везение вернулось. Это топ. Это реально топ. Еще и новый перс выпал. Чётенько. Ну и все, у меня закончились эти, как его, все ящики, которые там были. И больше денег не будет. Ёк-макарёк. Давайте посмотрим, сколько всего у меня этих, как его, мега-ящиков. Раз, два. Давайте это сразу вольем, наверное. Так, где она у меня там, Макс? Ага. Ой! А зачем ящик он открыл? Ну ладно, у нас минус один ящик. Это фигов, я не понял, почему он его открыл сам по себе. Может, я куда-то случайно нажал? Или чё? А, очки силы? Они не влились? Здесь надо по порядку открывать. Ну ладно, я их потом волью. Что-то тут странно с очками силы, у меня баг какой-то произошел. Ладно, раз ящик, два ящик. Потом три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, 10. Как раз-таки нам на какую-нибудь серию это идеально будет. 10 открыть. Просто топчик. Тогда мы их оставляем. У меня по заданиям, ребят, осталось только одно с Леоном. Ой, мне его так лень выполнять на самом деле. Но, в принципе, придется. Ну что, ребят. Так. Ох, да ёкарная баба. Тут еще два мифика есть. Мистер Пи и Спраут. Вот Спраут мне очень бы... хотелось, чтобы выпал, потому что перс такой бесючий. И Нани я бы хотел попробовать. Вот, но в сегодняшней серии у нас два новых. Это Беа, Гейл. И также крутая пассивочка мне выпала для Шелли. Но я еще других персонажей тоже попрокачивал немножко. Кстати, можно и Ворона сейчас на чуток прокачать у меня. А, смотрим, даже на два раза хватит. Ну и тут дальше мне уже надо... Ой-ой, как много. А, гаджет тут открывается. А, ну если гаджет открылся, то дальше можно и не прокачивать, в принципе. Здесь самое интересное — это гаджет. Так, ну как-то
Вот так вот, ребятки. Серия офигенная, как по мне. Собрал я в самый последний момент, конечно, этот Бравл Пасс. Вот, практически в самый последний момент, но все-таки собрал, и я очень рад этому. В принципе, тогда увидимся уже с этим, так сказать, как назвать его? С Бравл Пассом уже во втором сезоне, вот, где я буду дальше проходить. Эти ящики тоже откроем в ближайших видео. Также обязательно сыграем скоро в новый режим, он через 18 часов выйдет. Сыграну, запишу, тоже выложу. Возможно, он вышел уже, этот видосик с этим режимом. Не знаю. Ну, а на этом все, друзья. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Также не забывайте участвовать в конкурсе. Потому что, ну, сейчас я, наверное, в каждом видео по Бравл Старсу буду какой-нибудь конкурс делать. И вы можете спокойно выигрывать, потому что реально конкуренция не особо большая. Да и многие у меня, в принципе, даже в Бравл Старсе не играют, а просто смотрят. Так что еще больше шанс. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.